ЧП в аэропорту Стамбула. Самолет иранской авиакомпании после посадки не удержался на полосе и протаранил бетонное ограждение. На борту А-310, прилетевшего из Тегерана, находились 150 пассажиров. Никто, по предварительным данным, не пострадал. У самолета же серьезно повреждено переднее шасси. Не повезло и припаркованному за оградой, и, к счастью, пустому автобусу, которому самолет лег носом аккурат на крышу.